четверг в Самарской области будет преимущественно ясная погода, местами пасмурно. Осадки не прогнозируются, сохранится перепад температур. Так, днем минус 4, минус 8 градусов, ночью 13-15 ниже 0. В Сызрани ясное небо, днем минус 6 градусов, ночью минус 13. Ветер южный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 4, ночью 13 градусов ниже 0. Ветер западный 1 метр в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков. Температура днем 6 градусов ниже 0, ночью до 15 мороза. Ветер восточного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.